плане еды Гонконг тоже дороговат, но есть такой лайфхак. Можно питаться в храме ситхов. Не ситхов, нет, а ситхи — это Звездные войны. А вот эти вот ребята, сейчас вам, в общем, покажу, они будут на вашем экране слева. Вот это вот они сидят у меня за спиной. Да, вот они кормят в храме всех желающих бесплатно. Взамен приветствуется всякая помощь по храму. Мы, например, там посуду всю перемыли, помогали убирать. В общем, ребята отличные, и заведение такое... Ну, не чувствуешь там, что это какое-то религиозное заведение, нет никакого такого напряжения. Ребята такие современные, очень-очень доброжелательные. И служба у них классная. Вот они, например, провожают спать свою священную книгу. Мы спросим у нашего эксперта, вайкур-вайкур? Вахегуру. Вахегуру, что это? Ну, это типа аллилуйя. Типа слава богу. Гуру — это бог у них, а вахе — это типа... Вах? Вах? Заплатил за это. Это был наш эксперт. Сикхи. Асирской культуре. Да. Вахегуру.